Всем доброе утро, всем доброе утро, вы на канале Пиротская жизнь. Я уже встала, умылась, устаю, прихорашиваюсь. Девочки, решила сегодня взвеситься. Уже голенькая взвесилась, конечно, для себя. Посмотрим, сколько у меня в одежде. Но в любом случае, я... Вот читайте, что здесь написано. Я вот она та, кто что написал. Сейчас глаза закопал. Так, давайте еще вот этой штучкой, коллагенчиком пройдусь. Вот за глазами, конечно, надо ухаживать, чтобы не было этих морщин, чтобы годы берут свои, девочки. Годы берут свое. Как бы не хотелось мне молодиться, как бы не хотелось быть мне молодой, веселой, задорной. Но, к сожалению, потихонечку, да. Хотя на самом деле, знаете, я красивее, чем лет так 5 назад. Вот реально, намного лучше стало. И кожа лучше стала. Ну что, барабанная дробь. Вот они, весы моей мечты. Вон, кстати, взвесился. Вчера был 85-100. Сейчас после ночи 84-200. То есть он за ночь стирает 900 грамм. Я вчера взвешивалась, была 115-300. И сколько же я сейчас? Я сейчас 113-700. Но вообще, на самом деле, я взвешивалась и была 113-400. Это 300 грамм, это вот это вот. Трусишки там, туда-сюда. Водички попила. В туалете еще не была. Ну, короче, вот так вот, девочки, вот. Вот такой мой вес. Да, конечно, я в России сейчас немножко прибавила. Курочка там, туда-сюда. В Таиланде мы больше двигались. Но, тем не менее, за свои пределы я не вышла. И это здорово. Так, сейчас уберу. За свои пределы я не вышла. Плюс сейчас нога вот эта больная. Конечно, она меня тормозит. Слабо хожу. Немножко надо шушуть. Ай. Ну да, кстати, крем, видите? Черненький такой. Чуть-чуть помажусь. Чутка пройдусь. Это как даже не крем, это как сыворотка. Лютики, цветочки. У меня вес как заколдованный. Не знаю, девочки. Вот плюс-минус. Вот возле этой цифры и прыгаю. В Таиланд ехала 110. Вернулась оттуда 112 была. Сейчас килограммчик добавила. Ну ладно, господи. Все мы люди. Пару раз в туалет схожу и все. Так. Что не понимаю, девушек, которые, знаете, там съедят пирожок, а потом себя, ах, как так? Я 300 грамм потолстела. Мне вот пофигу. Ж пойдемте готовить покушать. Ой, у нас закатывают, короче, асфальт прям перед домом. Вот. И прям так воняет этим гудроном. Капец просто. Вон это вон машина, которая катается. Воняет гудроном просто пиздец. Пиздец. Товарищи. Ой. И даже, по-моему, какая-то дымка на улице стоит. Да. Какие-то серые окна. За 7 минут и 15 секунд. Передача. Игра на выживание. Вчера, кстати, досмотрели сезон «Игра на выживание». Первый. Так. В принципе, оно предсказуемо. Все предсказуемо. Да. Вот так вот. Все, у меня розочка, последний герой, остался в живых. Прикиньте, уже неделю простояла. Неделю. Вова, а ты стаканы не помыл, да?
А Вован, как всегда, стакана не помыл. Ну, что за человек, а? Что за человек, он себя светит ручкой? Она еще жива. He's alive, alive! Мне там одна женщина, кстати, знаешь, что написала? Говорит, в кипяток розу. В кипяток, 70-80 грамм, градусов. И типа, они живут. Охренеть, 70 градусов? С ума сойти. Я так что-то не хочу рисковать, знаете. Мне кажется, это перебор. Так. Все, вот я ответилась, да, мне там многие говорили, давай. Как будто мой вес что-то изменит в моей жизни. Странные люди. Какой им толк от моего веса? Ну, потолстела, похудела, что изменится у людей? Мне, кстати, сегодня, прикиньте, ночью приснился мой хейтер. Да. Я с каким-то парнем таким, знаете, веселым, классным еду. Какой-то, как не знаю, артист, что ли, что-то такое. Вот, захожу, короче, в лифт, и там какой-то, знаете, стоит пацан. Вот, ну, такой в дредах, ну, лет 15, может быть, 16 максимум, да? Вот, он меня увидел, говорит, фак, я так не люблю вашего мужа. Я такая, а ты кто такой? Я вас, типа, хейтер. Вот. И, короче, это, что-то начала я его прессовать, там, туда-сюда, и говорю, типа, еще раз что-нибудь напишешь, я твоей мамке все расскажу, он там все засал вообще. Я, в общем, короче, эти штаны намочил, в общем, короче, это. Но фиг факт в том, что, понимаете, лицо моего хейтера это какой-то молокосос 15-16 лет, блин, который просто вот увидев меня вживую, да, просто засал, то есть тот, который... был герой в интернете, в итоге в реале со мной, встречи со мной, он просто засал и обоссал, извините меня, все штаны. Вот так вот. Прикиньте, мне сегодня такой сон приснился вообще. Такие дела. А так чаще всего и бывает. Что вот эти вот все герои в интернете, они на самом деле в реальной жизни, они просто сыкуны. Вот так вот. Они готовы обоссаться. Просто чаще всего это люди, с которыми просто, ну, не удовлетворены собой, своей жизнью. И у них что-то не так. Да. Или подростки, которые чаще всего какие-то вот такие вот. Так, ладно. Пофигу. Как говорится, что у нас тут есть вкусного? Что у нас есть вкусного? Так, у нас надо сандальки выдать. О, Сом моей мечты. Только ты, сомик моей мечты. Только ты. Это не вешать. Давайте я вам покажу, что у меня тут, короче, собралось. Так, у меня здесь, короче, эти стерлиди. Раз. Так. У меня где-то, по-моему, рыба здесь была, не помню. По-моему, два куска рыбы было. Могу понять, где. Так. Стерлить. Так, петруха. Картошка только замороженная. Это что такое? Это у нас харчо. На суп харчо. Что, харчо? Так, рыбушка. Так, давайте вас поставим. Рыбушка. Мои стерлядушки. Стерлядушки. Я там где-то рыбка. А, это шея. Что, на ужин-то есть будем, а? Слушайте, я думаю, у меня здесь хоть стейки рыбы есть, а ни хрена их нету. Ни хрена, все, пожалуйста. Нормально. Что будем есть на ужин, не знаю. Хотелось что-нибудь разморозить. Капец.
Ну ладно, значит, надо опять в магазин идти. Ой. Или петруху размораживать. Петруху надо на завтра замораживать. Сегодня на один день что-нибудь купить. Вот так постоянно деньги тратятся. Так. И только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Ну, хоть это разобралась, теперь поняла, о чем это. Так, можно стерлить вообще, разморозить. Сегодня есть кое-какие дела. Вот, а так, сардельки уже у меня начали сопливиться. Уже сопливится. Так, сейчас быстренько. Сопливится, сопливится. Их как раз нужно обжарить. Блин, что за фигня? Все. Так, баланс стал. Блин. Не знаю, за что хвататься. Девочки, не знаю, за что хвататься. Не знаю, не знаю, не знаю. Хотела тут фигню снять, а ее так накручиваю. Собаки. Собаки высыли. Сейчас я их обжарю свечком. Так, чайку поставила. Чайочек поставила. Блин, как воняет гудроном. Фу. Просто фу. Еще и на улице. Такой, знаете, как этот смог, что ли. Наверное, от вот этого. Даже окошко хрен откроешь. Надоели мы уже все. Причем, кстати, знаете, у нас еще до сих пор стоит вывеска, что ремонт они должны были завершить до 30 сентября. Прикиньте вообще. До 30 сентября. А сейчас какое уже число? 5 ноября. Че охренели? Вот так вот. Тут снег падает, они в снег это херачат. Нормально все. Вот так вот. Там что-то пишут. Ой, фу, как ты можешь критиковать Россию? А что? Мы прям идеально живем? Да ни хрена. Вот вам яркий пример. Они могли сделать все в нормальные сроки, да? Летом. То есть, чтобы это все нормально легло. Нет, они это будут херачить зимой. Чтобы быстрее отвалилось. Чтобы на следующий год у них, блядь, была работа, извините выражение. А то вдруг они сделают хорошо и на несколько лет хватит. Это ж как так-то? Это ж работы не будет же. Понимаете? А скорее всего делают одни и те же из года в год подрядчики. Ну такие делают. Снег, дождь, пожалуйста, они кладут асфальт, чтобы на следующий год им снова их нанимали, снова выделяли деньги из бюджета. А мне вот хочется спросить, вот я как налогоплательщик, какого хрена, какого художника, да, все это так вот происходит. Ой, вот так. Вот такие дела. Так, чувак, сериал. И вот 30 сентября они должны были уже всю улицу сделать, уже все положить. А вот сейчас уже 4 ноября, и они еще до сих пор ни хрена ничего не закончили. То есть вы знаете, сколько делать? О-о-о. Да фига. Просто да фига. Сардель полезно. Сардель, сардель, попадаю. Масло, масло. Масло, масло. Что на ужин, не знаю. Надо думать сразу, что на ужин. Потому что... Трамбует, походу. Надоели прямо. Надоели. Блин, я думала, что у нас это есть. Все подожрали.
Почему такая фигня, что у нас на еду столько денег уходит, да? Вот почему? Слишком много денег уходит на еду. А больше их почему-то не становится. Очень обидно. Обидно, понимаешь, там. Очень-очень обидно. Так, все, маску положил. Может, настроение у меня есть такое из-за этого, из-за того, что серость. Написано, в Таиланде, когда у вас дожди были, тоже была серость. Там дожди было не каждый день. И после дождя там всегда было солнце. Не сравнивайте Таиланд, не сравнивайте Россию. Там было классно. Там даже, знаете, там было тепло. Там даже в дождь мы купались. Это было здорово. Так, все у нас обжаривается немножко. Что у нас еще? У меня здесь еще самсан. Да нет, самсу на завтра оставлю. Сегодня булочки съедим. С корицей. У нас есть булочки с корицей. Так, это у меня обжаривается. И только ты... Рыба моей мечты. О, 4 яйца. Перфектли. Чайник кипел. Знаете, вот обидно, ты встаешь, а вот запах вот этот вот. И целый день. Вроде сегодня выходные. Нифига, они не отдыхают. Начали гнать. Чтобы они работали в обычные дни. А то они... Помню, разворотили весь асфальт, потом пропали недели так на три. Ну, сейчас опять появились, сейчас вот каждый день херачит, Никуда от них не скрыться. Завтра надо полюбасу приготовить эти, как их называются-то, чихагбили, вот, точно. Курицу мы купили. Рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Ловил я много разных рыбок. О, все, пошли у нас яйца. Вау. Хочу сейчас, кстати, еще баночку открыть этих, кабачковой икры. А то я думаю, нафига она стоит так долго? Мы ее сделали, что ее теперь? До Нового года еще хранить. Надо открыть и есть. На следующий год, может, сделаем побольше. Красота, какая вкусная, с майонезом. Яичко. Все, тут идеально. Идеально вкусно. Так, здесь аккуратненько у нас все жарится. Так, посолить, поперчить. Ловил я много разных рыбок. Но только ты. Печка моей мечты. Во, кровать убери! Хотя бы она меня не раздражала. Все.
Так, заезжаешься? Так, банка. Какая банка? Какую банку возьмем? Маленькую. Все эти васы. Ах, красота. И вода у нас там хреновина еще. Пускай пока стоит. Не хочу еще все, не хреновина. Не хочу. Не хочу. Не хочу сегодня хреновина. Все, и баночка. О. Надеюсь, она не испортилась. Запах этот. Достал. О, смотри, как пальцы. Как будто только наложили. Только ты, рыба моей мечты. О, наша кабачковая икра. Кабачковая икорочка. Сами делали. Вкуснейшая. Вкуснейшая. Все, яишенка у меня тут готова. Чай у меня тоже готов. Сейчас булочки положу. В общем, мои хорошие, всех люблю, всех целую. Увидимся на мукбанке. Всем хорошего настроения. Не переживайте за лишний килограмм. Сходите в туалет, пописывайте и еще раз взвесьте. Вам станет легче. Увидимся на мукбанке. Пока-пока.